Под влиянием ревности Дженк понимает, близость между Кадиром и Азрой неправильна, что приводит к серьезной ссоре с Кадиром. Из-за мгновенного гнева Дженк совершает большую ошибку по отношению к Кадиру, о которой он будет сожалеть позже. Азра потеряет единственное доказательство, которое позволит ей получить опеку над своим братом. Сумру, которая убедилась в том, что Азра и Дженк расстались, временно отдает Мерта Азре, думая, что Азра заслуживает Мерта. Мерт начинает оставаться у Азры, в то время как Сумру дает интервью бизнес-журналам о своем партнерстве в компании Challenge Group. Посмотреть очередную 26-ю серию турецкого сериала «Не отпускай мою руку» вы сможете после 27 января.